Теперь у зла есть конкретное имя. Депутаты успели рассмотреть больше 40 законопроектов. Один законопроект за 4,5 минуты. Самым обсуждаемым стал так называемый антитеррористический пакет, пакет Яровой. Эдвард Сноуден сравнил антитеррористический пакет Яровой с законами Большого Брата. Операторов сотовой связи обязали хранить информацию о звонках и смс-сообщениях своих абонентов. Полгода придется хранить весь трафик. Это значит сплошные убытки. Связь подорожает, развитие новых сетей пятого поколения в России придется отложить. Яровая поставила мучительный выбор. Попасть в тюрьму за недонесение или настучать на невинных. В сетях вы возмущаетесь и пишете: давайте выйдем, спасем наш парк. А это склонение к массовым беспорядкам от 5 до 10 лет. Огромнейший пакет репрессивных поправок.